если вы любите бутерброды, тогда этот сэндвич не оставит вас равнодушным. Для его приготовления нам понадобится 3 яйца, 1 помидор, 20 граммов твердого сыра и 2 кусочка хлеба. Яйца разбиваем в глубокую емкость, добавляем приправы, соль и перец по вкусу. Все тщательно перемешиваем вилкой. Натираем сыр на мелкую терку, а помидор нарезаем тонкими слайсами. На разогретую сковородку добавляем кусочек сливочного масла, поливаем яичную смесь и быстро, пока она не успела застыть, обмакиваем хлеб с двух сторон. Я рекомендую использовать цельнозерновой хлеб, так как он содержит пищевые волокна, которые помогают регулировать сахар в крови и дает продолжительное чувство насыщения. Края яичного блина кладем на хлеб, посыпаем тертым сыром, выкладываем слайсы помидора, добавляем еще немного сыра и складываем его пополам. Сыр и яйца дадут организму все необходимые аминокислоты, а также витамины и минералы. Готовый сэндвич разрезаем пополам и добавляем к нему немного зелени. Такой сочный и сытный завтрак зарядит вас энергией и настроит на удачный день. Питайтесь полезно, а главное вкусно. Приятного аппетита!